Взаимоотношения Минска и Москвы обсудят на высшем уровне в Красной Поляне в Сочи. В эти минуты проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Общение лидеры начали в формате рабочего завтрака. Эту встречу наш президент анонсировал в начале недели, посещая Добрыжскую бумажную фабрику. Тогда глава государства отметил, что настал момент истины в белорусско-российских отношениях. Действительно, во время первой в этом году встречи лидерам предстоит решить ряд вопросов в двусторонней повестке, прежде всего связанных с поставками российских нефти и газа в нашу страну. Нам пока не удалось окончательно договориться по ценам на углеводороды. По-прежнему открытым остается вопрос по возмещению российской стороной издержек от налогового маневра, в результате которого Беларусь потеряла около 330 миллионов долларов за прошлый год. Кроме того, все еще не урегулирован механизм компенсации российской стороной за поставленную в апреле по трубопроводу «Дружба» грязную нефть. Наблюдается дисбаланс в белорусско-российском товарообороте. Отрицательная сальдо составляет 9 миллиардов долларов. Снега море, да? У нас там, где я живу, ну почти не осталось снега. Вот тут пониже, рядом, и снега море. Еще больше. Да, я знаю, там и снег идет. Кашку все прямо ели? Ну, мне не на воде же. Почему? Я не могу. Я помню, говорили. Попробуйте. Вам понравится?